Ну что, всем привет, дамы и господа, добро пожаловать, меня зовут Эдди, и сегодня мы посмотрим модификацию, которая меняет систему угона в игре. Давайте посмотрим, как это реализовано в оригинальной игре без мода, и сейчас установим данный мод. Вот, пожалуйста, просто мы открыли, выкинули чувака, еще раз проверим, давайте, вторая попытка, это оригинал. И давайте теперь установим данный мод, поехали. И вот я установил данный мод, и давайте-ка проверим, как это реализовано, стоять. И, как мы видим, камера немножко отдаляется сзади, сбоку, то есть меняется ракурс камеры, и также мы не можем ею двигать. Это прикольно, необычно, давайте еще попытаемся кого-то угнать, потому что мы не насладились, но почему-то этот мод работает через раз, то есть не на все машины, давайте вот тут проверим, должно сработать. И вот, пожалуйста, новый ракурс, прям с капота. Это прикольно, необычно, мне нравится. То есть теперь мы угоняем машину не однообразно, а есть разные ракурсы камеры. Как я понял, эта фишка взята из GTA 4, что тоже довольно-таки неплохо. Давайте еще раз попробуем угнать. Enter. Как камера? Вот, посмотрите. Совсем по-другому. Здорово. Такой мод небольшой, но прикольный и интересный. Это Cleo Script, ставится легко и просто. На этом всем спасибо за просмотр, всем удачи, be safe, это был Эдди. Увидимся в следующем обзоре, пока. Если хотите поддержать канал, можете оформить спонсорскую подписку, ссылка будет в описании.